Хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться.